Я себе купила в Карину. Привет! Начинаю свой влог с Динской. Я уже дома сделала пряники. Сейчас приехала в Динскую. Уже свадьба в Динской. Сегодня же суббота. Возле ЗАГСа столько красивых людей. Вообще так здорово. Всем очень рада видеть. Меня зовут Плецова. Я сегодня вам представлю местного спикера. Это очень-очень классная девочка, которая приехала к нам из Благовещенска, просто в новый город, занимаясь детьми, с мужем, просто никуда. Сейчас она с вами поделится своим опытом, расскажет свой путь в нашем проекте. Я думаю, что особенно тех, кто мама, вам очень сильно откликнется. Да, всем привет. Давайте чуть-чуть таких организационных моментов. У всех есть с собой телефоны? Покажите. Вот, все знают, как выключать звук? Давайте выключим звук, создадим тишину, потому что, ну, я чувствую, там стоял и капитал. И поднимите руки, кто из вас ничего не слышал про компанию, вот вообще практически позвали с нулевой информации. Есть такие? Просто за уши притащили. Сказали, что будет интересно. Для меня, что я на самом деле сюда, в Краснодар, переехала буквально в октябре. То есть я сама родом с Дальнего Востока, город Благовещенск. Может быть, вы такой город даже не знали. Это на границе с Китаем, где-то очень-очень далеко. И этот бизнес мне как раз таки предложили в Благовещенске. Как можно потише, прям мне выпить, намазать, не знаю, одеть. В наше время нормально, если продукт является виртуальным. Вот вы сейчас видите различные логотипы компании, да, которые вам знакомы. Кто знает booking.com? Знаете, бронировали? Да. А есть еще такой сайт, как Airbnb, например. Давайте для тех, кто не знает, я чуть-чуть объясню, что в этот момент на ней зарегистрировано более 3200 магазинов. Магазины все известны, это магазины типа Твое, iHerb, Litres, Nike, Связной, Посудоцентр, тот же Booking стоит у нас там же на платформе, например. То есть, каким образом происходит процесс покупки, ребят, через наш кэшбэк-сервис? Когда я пришла в компанию полтора года назад, слово кэшбэк для меня было каким-то таким инопланетным, то есть я вообще не понимала, что это такое. Сейчас, наверное, вы часто слышите с экранов телевизора кэшбэк, 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 потому что это тенденция, это стало действительно модным, и это та индустрия, которая сейчас растет. Я вам покажу, как происходит пример получения кэшбэка. Вы можете уже прямо сегодня взять ссылку у того человека, который вас сюда пригласил на презентацию, и протестить бесплатно, попробовать зарегистрироваться на этом сервисе. Там есть два варианта покупки. Расскажу. Если магазины с нами сотрудничают, как, например, онлайн. Например, магазин Спортмастер, Билайн, они сотрудничают с нами как онлайн-магазин. Вот я недавно покупала телефон iPhone XS. Каким образом? Я зашла на наш сайт CTips, он называется, да, кэшбэк-сервис. И когда мы телефон покупаем, ребят, мы уже чаще всего конкретно знаем, что мы хотим. Мы знаем модель, да? В магазине кто-нибудь выбирает телефон? В последнее время все смотрят характеристики сначала в интернете, батарейка и так далее. И вот я просто что сделала? Зашла на сайт CTips, нашла иконку Билайн, нажала. Сайт CTips перекидывает меня в интернет-магазин Билайн. Я закидываю свой iPhone в корзину и выбираю ближайший офис Билайн, где хочу его забрать. Все. Пока я еду в этот офис, за полчаса у меня заказ уже сформирован, мне уже с Билайн позвонили, сказали, все, мы вас ждем по телефону. Если кого-то волнует, вот меня многие спрашивают, рассрочку можно оформить? Можно. Можно оформить рассрочку. Если в данном магазине у вас есть какие-то баллы, бонусы, тоже можно использовать. Но фишка в том, что за счет того, что я телефон закидывала в корзину, благодаря нашему сервису, то есть с него был совершен переход в интернет-магазин Билайн, мне начисляется кэшбэк. Что такое кэшбэк? Кэш-деньги, бэк обратно. И вот за данную покупку мне начислили около 2000 рублей в личный кабинет. Рублей. Ни баллов, которые сгорают за определенный там, период времени, если их не потратишь, ни бонусов, живых рублей, которые я вижу в личном кабинете с CTips. И когда я их хочу вывести, я просто нажимаю кнопку «Вывести деньги», указываю любую свою карточку физического лица, у всех есть, наверное, банковские какие-то карточки, и вывожу туда деньги. Все.
Это очень приятно. И еще хочу заметить, что когда вы вот таким образом заказ закидываете, если через интернет, очень часто товар отличается в цене. То есть я посмотрела, что в салоне такой же iPhone стоил на 6000 дороже, а в интернете была акция, скидка 6000 рублей и еще 2000 кэшбэк. 8000 это вы сэкономили. Ну, это один из примеров. Есть магазины, которые с нами сотрудничают как офлайн, вот как выглядит, в принципе, потом, как мы видим покупки в магазинах, вот смотрите. Ну, то есть на регистрации, вы проходите регистрацию. Вот здесь то, как вы видите, возврат денег за онлайн-заказ. То есть есть заказы онлайн, а есть там, где заказы офлайн, чеки. И вот вы видите, что там Rocks, да, там кэшбэк 305 рублей. А почему написано в ожидании? Потому что, ребята, имейте в виду, кэшбэк начисляется в течение примерно 40 дней. На случай возврата, например, да, ну, то есть по законам прав потребителей в течение 40 дней начисляется кэшбэк. А вот здесь покупки, там, где отсканированы чеки. Расскажу, как этот процесс происходит. Я говорила о том, что вы можете уже сегодня взять ссылку, зарегистрироваться, протестить кэшбэк. У вас уже кэшбэк будет доступен. А есть возможность купить Gold статус. Gold статус стоит 39 евро, это в переводе в рубли где-то 3000 рублей всего. Он покупается один единственный раз, он не требует никакого продления, там, абонентской платы или чего-то еще. Но как только вы купили Gold статус, у вас кэшбэк увеличивается примерно в 1,5-2 раза. То есть, например, пока вы были бесплатно зарегистрированы, у вас был кэшбэк 4%, когда вы купили Gold статус, к примеру, у вас кэшбэк стал 8%. Понятная идея, зачем нужна карта? То есть, благодаря тому, что вы ее покупаете, вы денег возвращаете еще больше. У меня есть девочка с Ижевска, которая купила Gold статус, ребят, и за год просто перевела все свои покупки на платформу, она наэкономила почти 100 тысяч рублей. Обычная семья. Они делали ремонт в квартиру, они старались, там, какую-нибудь технику покупали, но она наэкономила эту сумму. Кому-то 100 тысяч лишние. Поэтому я в среднем месяц от 5000 экономлю. И вот здесь почему я поняла, что эта тема зайдет, ребят. Нет, я вернусь к этому потом. Покупок всех этих людей. Дело в том, что, ребят, вот как я этот бизнес поняла для себя. Помните, 15 лет назад не было сотовых телефонов? Помните? И я помню, сотовая связь была жутко дорогая, и мы не верили в то, что когда-то сотовый телефон будет у всех. Мы говорили, зачем мне пейджер есть? Ну или там дома стационарный. У кого-то еще остался дома стационарный телефон? Есть такие? Для интернета у кого-то стоит. Но в принципе нет уже, никто не пользуется. А 15 лет назад. Помните, сотовая связь была дорогая, первые 10 секунд там какими-то были жутко дешевыми. И люди звонили, привет, как дела? Уже платят трубку. Потом опять на следующий звонок, следующий этап. Она была очень дорогая. Мы верили в то, что скажи мне тогда, что пройдет 15 лет, и у каждой бабушки будет сотовый телефон. Что бабушки научатся не просто кнопочными телефонами управлять, а сенсорными экранами работать. Вы в это поверили 15 лет назад? А еще смотрите, в чем фишка, что сейчас произошло. Нас всех с вами поделили операторы сотовых связей. Билайн, МТС, Йота, Теле2. Мы все с вами сейчас являемся клиентом какой-то сотовой связи, да? Так вот, знаете, почему я в этом бизнесе? Я поняла, что будет происходить деление рынка сейчас среди кэшбэк-платформ. 1,5 года назад, 2 года назад про кэшбэк никто не знал. Сейчас пошел бум. Ребята, это новая форма рекламы, которая пришла к нам с Америки. Потому что действительно реклама другая перестала работать. И сейчас нас с вами делят кэшбэк-сервисы. И в принципе идет разделение рынка полностью. То есть мир поделится на тех, кто будет просто экономить и кто будет зарабатывать на покупках людей. И тогда вот, когда я эту тему поняла, во мне проснулась хорошая человеческая жадность. Я поняла, что я хочу, чтобы мои друзья реферальную ссылку получили, блин, точно от меня. Просто вот чтобы... Вот меня так колбасило. Я решение принимала прийти в компанию очень быстро, потому что думаю, надо быстрее. Надо, пока моих друзей никто не зарегистрировал. И вот если вы с таким осознанием сегодня уйдете, будет очень круто. И вы партнером компании. О партнерстве, да, о том, что такое партнерство с компанией, о том, какие бонусы здесь можно получать, о том, какой крупный бизнес здесь можно выстроить. Я сейчас передам слово следующему спикеру. Это очень успешный человек в нашем бизнесе. Это красивая, эффектная девушка. Это человек, который... В принципе, до LinkedIn уже была предпринимателем, и она знает, да, на своей шкуре уже, что это такое. И я хочу, чтобы вы поаплодировали Елене Голубь. И думаю,
Марина это рассказала, это уже. И даже имена назвала, что Маша с Дашей получается. Я думаю, боже, почему она все говорит это? Но все равно мне есть что вам рассказать. Меня зовут Лена. Мы с вами сегодня начнем со сторителлинга небольшого. Я не смогла никогда в жизни открыть такой бизнес, как, допустим, Мегафон. Или там корпорация Apple, да? Ну, это единицы, согласитесь, там, или завод Ford, да, вот это единичные какие-то случаи. И вот классно, есть, допустим, Мегафон, есть компания Apple, они есть круто, но зарабатывают, да, там люди, которые ее организовали, которые только-только придумали эту идею, мы с вами просто потребители, мы пользуемся. Но я думаю, что если вы когда-то задумывались о работе не в найме, а о собственном бизнесе, по-любому вам хотелось бы, чтобы бизнес был такой, как у Apple, да, как Google, какую-то большую корпорацию, но нам кажется, что это нереально. С помощью нашей компании просто получилось так, что теперь мы с Мариной, и не только мы зарабатываем на Мегафоне. Мы не можем создать такую компанию, как Мегафон, но компания Мегафон стоит на нашей платформе. Если люди будут покупать по нашей ссылке, да, что-то в магазине Мегафон, мы это разрабатываем. То есть по факту мы не можем создать компанию как Мегафон, но зарабатывать на компании Мегафон мы можем. И таких компаний еще более 3000, да, то есть у нас есть iTunes на платформе. Люди покупают приложение. Вот у кого iPhone? Просто интересно, iPhone больше, чем Android? Обычно iPhone всегда больше. Удобно, да? Удобный телефон. Классное приложение, в один клик покупается. Face ID, улыбнулся, все там уже у тебя скачалось, деньги списались. Так вот представьте, что у нас на платформе есть iTunes. Покупая приложение, вы можете возвращать себе кэшбэк. И если вы находитесь, допустим, в моей клиентской структуре, я просто зарабатываю на компании iTunes, да, на компании Apple, да, изначально. Вот таких бизнесов у нас много, и если вы будете их подключать еще самостоятельно, как у нас есть люди в компании, которые подключают огромные сети. Например, посудоцентр, это самый яркий пример. Вся сеть по России подключена одним человеком. Это не кэшбэк, когда там тебе пришло 50-100 рублей, да, там, от маленькой кофейни, допустим, или там 1000 рублей. Это десятки тысяч, это огромный оборот, просто потому что человек подключил сеть. Вы также, становясь партнером, можете подключать сети, можете подключать отдельно магазины. А звучит это сложно. Я когда первый раз услышала, они сказали, слушай, ну там же можно онлайн-магазины подключать, когда вы уходите онлайн. Я думаю, прикольно, ну ладно, прикольно, но как бы я даже не представляла. То есть нужно прийти, наверное, документы, ты с папочкой, галстуки там, да, сидишь, улыбаешься. Но когда я подключила свой первый магазин, чисто специально зайдя в него, купила крем для лица, и мне сказали, что у них нет клиентов, мне начали жаловаться, там, грустить. Я говорю, слушайте, вот я тут месяц назад купила франшизу, хотите, я вас подключу бесплатно? Ну, конечно, хотим. Вечером уже была анкета заполнена, они стоят на платформе, вчера они мне позвонили, что теперь у них еще офлайн появился, у них был сайт онлайн, и сейчас они хотят еще в офлайн ставят. То есть они сами звонят. Неделю назад я заполнила документы на подключение лазерной, ну это сеть вообще, лазерной клиники в Краснодаре. Они мне написали в Инстаграме сами. Здравствуйте, чем вы занимаетесь? Можно мы тоже? Вот нас можно как-нибудь туда? Я говорю, можно. Все. То есть это максимально простая процедура, а знаете, что самое классное? Это настоящий пассивный доход. Каждый из них позвал по 10, получилось 100. Каждый из этих 100 позвал по 10, появилось уже 1000, да? Тут как бы идеальный расклад, каждый позвал по 10, но ответьте себе на вопрос. Вы можете позвать на эту платформу 10 клиентов? Ну вот реально, да? То есть 10 каких-то знакомых, друзей, там, незнакомых вам людей, просто 10 клиентов, которые будут бесплатно пользоваться. Это реально? Ну только у маленького количества человек, да, у вас там не очень реально. Но я знаю, обычно у нас есть люди, которые садятся на миллион. Это, знаете, по бизнесу они делятся на активных, самых целеустремленных, заряженных. И есть люди, которые стоят в сторонке, им интересно, они слушают, но не участвуют в нетворкинге, так сказать. Ничего страшного, мы вообще лояльная компания, мы все понимаем. Но смотрите, если мы говорим о клиентах, это по 10. Ну, то же самое может произойти с партнерами, потому что у нас есть еще один вид дохода, это доход в состоянии команды. Реально ли позвать в этот бизнес 10 человек? Если вы зарабатываете с Васей, но Вася позвонил Кате, и с Катей, с Катей людей вы дохода лишаетесь, да? И максимальная франшиза, естественно, она самая выгодная, потому что у нас идет выплата по кэшбэку до 10 линии. Плюс, чтобы определиться, вы знаете, как я всегда говорю, чтобы определиться, хочешь ли ты быть партнером, сначала нужно себе ответить на вопрос, как ты хочешь зарабатывать. Если ответ больше там, 50 тысяч рублей в месяц, то сразу мы понимаем, что это не клиентский статус, да, там, не
статус. Это франшиза. Чтобы определиться с франшизой, вам нужно ответить на вопрос. Хочу ли я включать магазины? Это важно. Хочу ли я получать процент с бизнесом других людей? Есть у вас друзья предприниматели, или вы можете поставить свой собственный бизнес, генерировать своих же клиентов на эту платформу. Допустим, у вас есть бизнес, автомойка, к вам приезжают люди, мы с машиной. Вы подключили свой магазин сами, да, свою автомойку. Еще генерируете, регистрируете всех этих клиентов. Потом этот клиент, который помыл у вас машину, он идет заказывать на Алиэкспресс, там, не знаю, детские товары. Или идет в дочке с ночью, покупает подгузники ребенку, и вы с него начинаете зарабатывать. То есть, если у вас есть свой бизнес, для вас есть очень крутой вариант, очень крутое предложение. Так вот, если вы хотите зарабатывать с подключением магазина, то это только максимальная франшиза. Есть еще один вопрос, который можно себе задать, чтобы выходить на франшизу из трех. Насколько я оцениваю свой труд? Франшизы разные по процентам выплат. Знаете, есть такие компании, где ты должен достичь чего-то, чтобы получать какой-то процент. Ну, то есть ты другой новичок, там пришел, получаешь 5% с товарооборота. Потом ты там вырос, ну, типа 5 лет посидел, да, работаешь 15% начал получать. И так у тебя какой-то рост, и потом ты там бриллиантовый серебряный алмаз, и получаешь уже 25%. Так вот, наша компания отличается тем, что вы изначально решаете, сколько денег вы хотите получать. На пакете Platinum у нас с вами 15%, на Extra Black 20% и на Extra Black Plus вы получаете 25% от товарооборота, который делает ваша команда. Те же самые 10 человек, о которых мы говорили в начале. Смотрите, что вы получаете? То есть все прекрасно, замечательно, мы рассказываем, мы поняли с вами, что мы зарабатываем с доходов клиентов, да, с их экономией, мы зарабатываем с бизнеса других людей, да, ставя их в магазины на платформе. Мы зарабатываем с вами, если мы строим команду, и даем дому компании, да, куда же. Рассказал свою историю о том, как он месяц вообще отмахивался от этого предложения, не хотел смотреть ни видео, ничего, но я думаю, что он не жалеет, да, сейчас. Не жалеет точно. Это Роман Проценко, топ-1 нашей компании. То есть этот человек зарабатывает больше всех. Ну, прямо вот больше всех, потому что он топ-1, понятно, да? То есть у нас топ-рейтинг по доходу. Вот. Он занял это место, не хочет оттуда уходить. Вот. Но он готов вам рассказать свою историю, готов рассказать, почему он все-таки принял такое решение, да? И Юля попросила сказать, что он холостой. Роман Проценко, приветствую. Давайте, девчонки, попробуем свою презентацию. А у кого есть в окружении предприниматели? Есть такие? У кого же может там кафешки своя, магазинчик? Вы следите за ними, потому что я скоро подключу на платформу. Ребят, я приехал сюда уже не первый раз, или раз 5, наверное, был здесь, в Краснодаре, очень люблю этот город. Люблю то, что тут всегда тепло. В Москву приехал, там дубак, я уже зонку, полку. Сюда приезжают 30 градусов, 35, 40 даже. И хотел бы рассказать свою историю, почему я пришел в этот бизнес, почему я начал этим бизнесом заниматься, как у меня получилось сделать тут хороший результат, да, я еще пока недоволен, потому что есть аналоги компании, которые уже 15 лет на рынке в Европе, они уже собирают очень большие стадионы по 40 тысяч партнеров. Ну, и мы к этому стремимся. И я помню тот момент, когда я закончил школу, закончил университет, железнодорожный в Иркутске, и приехал в свой маленький город, я из маленького города, называется Вихоревка, там население, наверное, 18 тысяч человек, устроился на железнодорогу помощника машиниста. Знаете, кто такие? Uh-huh. Человек, который сидит рядом, а машинист идет. Я помню, вот это в 3 часа ночи, когда идешь на работу, представьте, на улице минус 40. Минус 40 дубак, у вас тут представить такого не бывает. И ты идешь, тебе дали маленькие резиновые, ну, резиновые подошвы, такие теплые, шубу такую теплую, шапку, и ты идешь и понимаешь, блин, что ты в этой жизни не так делаешь? Куда ты не туда? Ты приходишь, вокруг электрички проходишь, да, круг делаешь почетно, стучишь по колесам, ты себя спрашиваешь, почему ты по колесам постучишь, ну зачем? Ты говоришь, что трещины там, ну, потому что они сдуются, потому что они железные.
И я понимаю, что нужно как-то свою жизнь менять. И на тот момент, поработав полгода на железной дороге, я переезжаю в Москву. Я накопил денег, мне дали там отпускные, да, какие-то 30 или 40 тысяч рублей. Я купил билет на плацкарте и 4 дня пил там до Москвы, мечтая, что сейчас Москва мне встретит распростертыми объятиями, у меня будет там машина, квартира, там хорошая работа. Ага. Встретил. Ходил на собеседование месяц, короче, и так получилось, устроился на работу в страховой компании. И в тот момент, когда я устроился, я познакомился с одной женщиной, которая говорила мне, Наташа Жукова зовут, я тут на квартиру, вы все отлично знаете, она говорила: «Рома, пойдем в сетевой бизнес, тебе понравится». Я говорю: «Что нужно делать?» «Ну, нужно предлагать крема, эти, как его, шампуни всякие разные». Я говорю: «Наташа, смотри, я сейчас устроился только в страховую компанию, у меня график с 10 до 6, и мне вообще классно. Вот, поверь, я сижу за компьютером, какие-то отчеты делаю, мне там платят 40-50 тысяч рублей, не та жизнь, которая была на железной дороге, 3 часа ночи, там, 2 часа ночи, пёрся в минус 40, работал и ехал в электричку, да, потому что хотел спать». И я говорю: «Типа, Наташа, ты занимайся там, своим сетевым бизнесом, а я буду дальше работать». И почему у меня такое, знаете, негативное восприятие к бизнесу сетевого, вот такое было. По-любому такие вот приходили, типа: «Давай, пойдем ко мне в команду быстрее, там у тебя все получится, там будем с тобой делить с каталогами». Я в детстве перемещаюсь, наверное, 14-13, когда к моей маме приходил мой дядя, доставал китайскую сумку, каталоги свои засаленные, доставал чудо-средство, лок, можешь помнить такое? Ну, лок такой. Там она какая-то куточка такая, нажимаешь на нее. И странно, что его можно было пить, и можно было посуду мыть, еще и цветы поливать. Помните такое? Я смотрю на дядю, у меня представление мира такое, что я буду там успешный когда-то, там еще где-то там, да? И смотрю на дядю, какая-то фигня. И я думаю, я маму еще спрашиваю: «Мама, чем ты дядя занимаешься?» Я думаю, бизнесмен, сетевой. И Наташа, как раз вы говорите, что пойдем в сетевой, Наташа, не надо. И у меня произошли такие этапы в жизни, когда я там 4 года поработал в страховой компании, потом уволился, приехал в Чебоксары открывать чайный магазин, у меня ничего не получилось, я даже перелетел в Москву, начал на собеседование ходить, потом вернулся в Игорь, мы с другом открыли продуктовый магазин. Вообще, бизнесмены тоже те еще. Артем сидит, тоже сидит, и случайно оказался в Казахстане, в Краснодаре. И я думаю, что ты помнишь, что время, когда мы с Пашей, я вот занял папу 70 тысяч рублей, Паша, короче, свою сумму докинул. Мы сначала открыли пивной магазин, то есть поставили баллон, вот эти рыбу все аккуратно, у нас хорошо шло. Паша мне говорит: «Давай, говорит, может, продукты еще привезем». И мы поехали на базу в Братск, прямо в городе, который находится, и оттуда привезли продукты, то есть расширились. И через 4 месяца мы закрылись от них. Паша, мы внутри 3 месяца не общались, а то он опять нормально. То есть мой друг, да, я понял, что с друзьями бизнес лучше не строить. Как-то так. И прошло некоторое время, я начал заниматься еще маркетингом, в интернете. То есть сделал сайты и там, как есть. То есть уже, знаете, работал так удаленно. То есть я кайфовал от этого бизнеса. Но я не мог это называть бизнесом, потому что такое ремесленничество. Потому что если бы я не работал, у меня бы денег не было. Я думаю, что многие так в жизни работают, то есть парикмахеры, колеснички, делают там ноготочки. И звонит Наташа Жукова, та самая, опять. А она, знаете, она эмоциональный такой человек, я думаю, что у многих есть в окружении такие люди, которые вот такие: «Ах!» И она мне звонит, говорит, захлёбываясь, типа: «Рома, тема крутая, типа тебе понравится, ты там интернет-маркетингом занимаешься, ты там какие-то постики пишешь, какую-то полезность даешь». Я говорю: «Наташа, ты опять сетевым?» Я говорю: «Я не пойду, я тебе сразу говорю». Она говорит: «Да нет, говорит, посмотри часовую презентацию, у тебя там по-любому тебе идея понравится». Я говорю: «Ну, скинь мне ее, да, и, знаете, ради уважения, говорю, скидывай, там посмотри». Презентацию. Я уже забыл, что за презентация. Из головы вытел, потому что у меня там свои дела, мне нужно там сайты делать, с предпринимателями встречаться, там, еще там какие-то, заботы, да. И я бы не посмотрел. Говорит: «Посмотри хотя бы 2-минутный ролик».
Двухминутный ролик, маленький ролик посмотрели. Я такой, ну блин, ну давай, давай, рискируй. Я посмотрел этот двухминутный ролик, я понял то, что я нашел тот бизнес, о котором всю жизнь мечтал. Я понял то, что с этим бизнесом можно изменить мир, как бы это громко не звучало, да? Я поверил в идею бизнеса, я сразу же посмотрел большую презентацию часовую. Мне всего трясет, Марина то же самое было. Я, знаете, по квартире ходил, рядом сидела мама, я говорю, я стану миллионером, я стану миллионером. Я стану миллионером, я стану миллионером. То есть вот такое, какие ощущения. Я бесплатно, я зашел в бизнес месяца три нормально. По 4 часа в день спал, кайфовал от этого процесса, кайфовал от того, что происходит. Я понимал то, что... Я понял тогда одно, то, что все люди будут покупать в интернете. Тогда еще, когда еще было 600 магазинов. Мы когда заходили в этот бизнес, у нас ничего не было. У нас не было такого крутого обучения, потому что такая штука не было. У нас не было приложения Speakers, которое сейчас можно скачать уже и ну, им пользоваться. У нас не было компрейдинговой карты Speakers, которая идет от банка Финам. Да? А у нас вообще нифига не было. У нас была платформа 600 магазинов онлайн, и все. Работайте, ребята. И сейчас у вас, на данный момент у вас такой... Ну, такой день, можно сказать, что у вас сейчас в нашем бизнесе для вас уже все подготовлено. Заходи и делай. Заходи. Да, то есть тут не нужно говорить, пей бар, да, у тебя будет все хорошо. Не нужно, тут не нужно говорить, что вот вышел новый iPhone. Человек сам знает, что вышел новый iPhone, он зайдет на платформу и купит себе телефон. Круто. Идея продается легко, идея довести легко. Не нужно менять привычки людей, просто нужно показать то, что, ребят, вот, пользуйтесь платформой, будете экономить. А кто хочет строить большой бизнес, ну, тут реально большой, не знаю. Мы помним с моим другом Димой Тхором, когда еще до Винвина мы хотели покупать франшизу за 700 тысяч рублей. 700 тысяч рублей, я тогда, ну, франшиза — это маркетинговое агентство, потому что он настраивал Инстаграм через 3000 рублей, а я делал сайты там за 10, за 15, 20 тысяч рублей. То есть мы решили объединить наши знания, купить франшизу за 700. И мы были бы привязаны к одному городу, к Иркутску. То есть у нас был бы свой офис, там были бы там свои компьютеры, то есть сотрудники. То есть представьте, сейчас, если сравнивать с той жизнью, о которой мы думали, да, тогда, то это небо и земля. Я просто не привязан к одному месту. Я могу сейчас поехать на Бали, да, и там жить. Но мне хочется развить этот бизнес в России, в СНГ и в других странах. Потому что в следующем году у нас будут уже новые страны, которые будут также развиваться, если у вас, например, есть кто-нибудь во Франции, может быть, у вас кто-нибудь есть в Италии, либо в Германии. Вы уже можете закидывать такую удочку и находить там партнеров, клиентов, чтобы строить большие структуры. Потому что бизнес строить можно удаленно. Мне писали партнеры, которые сейчас развивают Казахстан, развивают Украину. Просто сами писали, не знаю почему. То есть, ну, если у меня получилось, значит, у вас у каждого получится. А мы в этом поможем. И смотрите, ребят, завтра с утра до вечера, да? Я уверен, что еще не один раз я вышел. Да, спасибо большое. Так, в общем, теперь я еду на автобусе в Динскую. Билет стоит 80 рублей. 80. Все, мы в Динской. В автобусе кондиционер, да, работал, походу? Даже комфортно доехали с кондиционером. Так, все, я уже дома. Привет. Наконец-то. Наконец-то. Пап, а ну-ка скажи, что ты сказал про меня? Говорит, выпустили женщину, да? Саша, без поводка, говорит, оторвалась, да? Оторвалась. Побежала. Непонятно куда, да? Ой. Так, ну что, поехали? Ну возьми. Не надо. Так, все, мы заехали, переоделись и сейчас уезжаем на день рождения. А я себе купила в Каре новые сандалики. Походный вариант на резинке. Да, Антоха вес у меня и говорит, что это облачко похоже на самолет, да, сынок? Вон еще одно. А вот то похоже, он зелененький. Это на комбайн похоже. Но это не точно. А еще вон очень много самолетиков из облачка. Да. Куда они все летят? Интересно. Точно. Мы на дне рождения. Кого?
А, футболку, я завтра в футболке, да, ради. Только я свою посмотрю. Вот такой вот день рождения с китайской песенкой. Почему русская? Ну, на китайском каком-то этом мотив, знаешь. Кто тут смеется? Торт сейчас будем. Так что, поджигать? Ух ты, как у него это... Это не у меня. Это не моя. Розовая же зажигалка. Сначала кофе, а потом... Валера. Ой, Гриша, наверное.